Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас распаковка номер 8 из Англии в этом году. Вот, приходится посылать по две штучки. Больше не выходит, потому что лимит ограничения вот этот противный. Когда было 1000 евро, было все прекрасно. Я бы давно уже эти все 6 монет бы получил. А так приходится по 2 штучки посылать. По 2500 платить. За 2 штучечки, как говорится. Это уже, считай, 10 тысяч почти отдал только одной почте. Я просил, чтобы в коробочку упаковали, а то когда в пластиковом мешочке присылают, там мятые они все. Так вот, видите, как хорошо. Так, убираем это. Так, этот весь антураж. Так вот у нас получается 2 коробочки. Больше сделаю. Так, где у нас? Так, вот это старше, похоже, раньше. Ага, да. Это у нас будет ху. Ну, столько времени пролежало, уж когда я ее купил. Так, и вторая, это посвящена королеве. Что-то тут испачкалось. Потереть надо будет. Она вот такая вот. Открывается, как ларчик. Аж идут. Сертификат. Читать не буду, в глазах мелко, в очках надо смотреть. Очень близко. Так, дальше, значит, сама вот эта монета идет. Переливается. Вот видно, 95 лет. Она отсюда вынимается с этой коробочки. Вон оно как сделано, смотрите-ка. С подставочкой. Можно на стол поставить. Любоваться. Их вообще-то было 3 штуки выпущено. Но денег не хватает, а это в одном экземпляре. Так, как ее тут выковырить-то? О, получилось. Так, значит, еще раз показываю поближе. Так, тарих срубчатый. Ну и сама королева тут. Так, остров Джерси, вот так вот. Их было 3 острова, 3 монеты. Наборы отдельно, но вот это одна в одном экземпляре было сделано. Так, дальше. Ну, эту, наверное, уже многие видели, потому что она давно вышла.
Так. Там книжечка еще. О. Значит, группа тут. Описание все в ней. Опа. Как неудобно. Свет боковой. Ну, издалека просто покажу. От половины еще только. Вон сколько тут фотографий много. Так, вот еще фотографии. И последнее, это дизайнер уже монеты. Так, сейчас саму монету посмотрим, где она тут. Вот она. Значит, опять сертификат имеем. Такой вот. Так, количество изготовленных 8000. Ой, плохо вижу. Ну, короче, на экране видно, короче. И сама монетка, вот она, цветная, гитара с английским флагом. Наверху написано The Who. Я пытался понять, что это такое, слева-справа какие-то штуки торчат, но ничего не понял. Так, вот даже тут какой-то номер есть сбоку. Что-то написано. Так, тяжело читать. Так, ну и обратно у нас опять королева. Вот этот потолок отражается пока. А сейчас вот телефон. Ну, то есть все так. Сейчас все-таки интересно, что там написано-то. Глаза-то у меня плохо видят. Где начало, где конец. Может, я их тормашкой показываю, даже не пойму. В общем, что-то написано. Напишу потом, когда прочитаю. Внизу текст. Ну что, на этом просмотр закончен. Сейчас у меня в Англии еще одна монета лежит, другая купилась. Это я забыл, кто. Последняя монета посвящена кому? А, монета посвящена последняя тигру, году тигра. Лунного календаря 22-го года. И еще лежит там принц Филипп, последняя его монета. До встречи, пока. Сейчас я прочитаю, что написано у официального продавца Королевского монетного двора об этом наборе для англичан. Официальный выпуск. Набор монет 95-летия королевы Елизаветы II. Только что выпущена флагманская монета ПРОФ стоимостью 5 фунтов стерлингов в честь 95-летия Ее Величества Королевы. В этот набор
входят три монеты Proof, выпущенные Джерси, Гернси и Остров Мэн. Каждый из них имеет совершенно новый дизайн, рассчитанный только на один год, специально созданный для того, чтобы отметить это знаменательное событие новым портретом художника Луиджи Баддиа. Каждая из этих монет уникальна. Внизу реверса изображен национальный цветок каждого эмитента. Редко можно увидеть комбинированный выпуск, объединяющий три выдающих эмитента, что делает эту особенность дизайна чрезвычайно интересной для коллекционеров. Каждая монета отчеканена в соответствии с историческими спецификациями кроны с покрытием пруф. Этот набор был полностью одобрен Букингемским дворцом и королевой и является идеальной семейной реликвией для вас и вашей семьи, чтобы отметить это событие. Этот памятный набор был выпущен ограниченным тиражом, всего 2021 экземпляр, если учесть огромную популярность королевских коллекционных предметов. Этого явно будет недостаточно для удовлетворения спроса. Если мы увидим спрос на что-то подобное к ее 90-летию, коллекционные предметы, подобные этому фантастическому набору, будут пользоваться большим спросом во всем мире. Итак, если вы хотите добавить этот набор в свою коллекцию, вам нужно действовать прямо сейчас. Серебряная монета The Who весом 1 унция 2021 года, Великобритания. Британская рок-группа Who входит в число самых влиятельных групп 60-70-х годов. И теперь четвертая группа, удостоенная награды серии Music Legends Королевского монетного двора. Это совершенно новая британская монета Silver Proof весом в 1 унцию, искусно отчеканенная серебра 99,9% чисто серебра до прозрачного покрытия. На дизайне Генри Грея изображен флаг Union Jack, модный логотип и потрясающие гитары Rickenbacker. Все это в форме стола для пинбола, что является намеком на прорывной альбом группы Tommy. Детали в дизайне подчеркнуты цветом, чтобы оживить. Более того, на монете есть специальная надпись с вырезом по краю, которая гласит «Pinball Wizard» – «Мастер пинбола». Она по кругу три раза повторяется. Сочетание с превосходной спецификацией Silver Proof в одну унцию эти две особенности легко делают самой желанной монетой в этой линейке. Учитывая длительное влияние группы на музыкальную индустрию, неудивительно, что они заработали тысячи, если не миллионы поклонников по всему миру. Так что эта монета будет пользоваться большим спросом. В этой презентации ограниченным тиражом было выпущено только 8010 монет. Но если вы хотите владеть одной монетой, вам нужно поторопиться.